Приветствую всех на канале Мотколот. С вами я, Евбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Так, друзья, сегодня 25 января. Ой, января. Башка не соображает. 25 июня. Позавчера в ролике я озвучил, что скоро начнется акция на пчеломатке. И, конечно, после этого звонка уже сразу начали ребята звонить, спрашивать, а может, ты уже бы нам дал уже по акции, так, сяка, когда записываться. И по большому счету мы решили с понедельника начать акцию на пчеломатке, на продажу пчеломаток с нашего точка. Но перед тем, как объяснить, в чем будет заключаться акция, немного хотим еще раз напомнить нашим покупателям о наших маток, чтобы потом не возникали какие-либо разногласия, потому что в эту жару дышать неудобно, а не еще слушать какой-нибудь философские мысли какого-нибудь философского покупателя. Друзья, значит, мы занимаемся пчелой карпаткой. Карпатка ли это? Знает сам Господь Бог. Мы, когда начали заниматься пчелой, мы ее приобрели, начали ее разводить. Когда мы ее приобрели, пчелы абсолютно отличались от тех пчел, которые мы на данный момент продаем. Хоть покупали мы якобы с племенной пасеки. Это раз. Другое. Какой тип? Тоже. К типу это ничего не относится, так как мы не имеем дела ни с какими типами. Ни с вучковскими, ни с говерлами, ни с рахевскими, ни с каким-либо типом. Грубо говоря, это наш тип. Селекцию ставим мы свою, элементарную селекцию, на свои критерии. Для нас самый важный критерий в пчеловодстве – это жизненная сила пчелиных семей. Так как только здоровые пчелы зимуют, носят мед, жужжат, гудят и радуют пчеловода. А мертвые пчелы не гудут. Что еще? Еще что? Ну, по большому счету, на этом и все. Потому что не хочется потом слушать, что кому-то что-то там попалась какая-нибудь тигровая матка, которая чуть ли не бакфаст. Так что, если кому надо, есть у нас и бакфаст. Ладно, друзья, ладно. Это такой сарказм был, потому что в эту жару, честно, настолько все жарко, неудобно работать. И раздраженный человек ходит, и когда еще, конечно, позвонят с какими-либо непонятными претензиями, слушать неохота. Прямо ж начинаешь огрызаться, так как просто-напросто уже мозги не соображают. Так, что хотел сказать. В чем заключается акция? Почему она происходит у нас на канале, на нашем точку? С чем это повязано и тому подобное? Это уже практика у нас является. Четвертый год будет. Данную практику мы осуществляли уже три раза. Это ориентировочно в 22-23 июля. Дня у нас начинала стартовать эта акция. Ну, в этом году немного с опозданием, так как и весна пришла с опозданием, и, ну, все немного сдвинулось. Это начнется 28 июня с следующего понедельника. В чем будет заключаться акция? Акция будет заключаться не как в прошлые года, она тогда была в диапазоне, если покупаете 5 маток, тогда цена на матку была 150 гривен. Короче, 5 штук за 750 гривен. В этом же году акция будет немного другая, так как все сопутствующие материалы по выводу пчелиных маток, даже по проживанию, все выросло, соответственно, и, конечно, вырос и наша продукция, и акция будет заключаться при покупке 5 маток, цена будет на них 1000 гривен, ну, по 200 гривен за единицу. Если сейчас кто будет говорить, что есть дешевле, друзья, может и есть дешевле, но так и есть и дороже. У нас есть наша цена, так что хотите дешевле, есть дешевле. Хотите дороже, есть дороже. Хотите у нас, вот мы. Номера телефонов, у кого нету, там поищите, там есть ссылочка на наш сайт, там есть все номера телефонов и тому подобное. Если же кто будет хотеть покупать матки от 1 до 4, ну, 1, 2, 3, 4 штуки, цена будет 220 гривен на пчеломатку. А при покупке 5 и больше по 200 гривен. Акция, скажем так, сколько она будет длиться, ну, какой-то промежуток времени она будет длиться. Мы о ее конце скажем в тот момент, когда будем планировать ее заканчивать. Сейчас мы пока не можем сказать, когда она, с какого до какого периода будет длиться. Что еще хочу сказать? Почему она происходит? Да все очень просто. Пчеловодство – это сезонный род деятельности. Соответственно, есть
пике в пчеловодстве какие-нибудь, спрос на определенную продукцию, есть падеж спроса на определенную продукцию, есть более затратный вывод своей продукции, есть менее затратный вывод своей продукции. Соответственно, это все, если правильно считать и правильно об этом думать, соответственно, вы понимаете, что в один период вы больше тратите для вывода, соответственно, у вас цена немного дороже. И если есть спрос. А когда падает спрос, и ваша продукция уже не такая затратная, как она была в начале сезона, соответственно, можно цену ее опустить. Вот с чем это все связано. Так как и спрос сейчас упал, и продукция, так как сейчас пчеловоды медового направления, они все заняты более с, ну, медами, кочевками и тому подобное. Им сейчас уже не до расширения, не до дележки и тому подобное. Соответственно, есть как пики в пчеловодстве, так и есть спады. Вот эти спады, они ведут за собой, конечно, и удешевление цены для того, чтобы реализовать ее в дальнейшем благополучно. Многие ждали эту акцию, так как звонили перед еще началом акции, спрашивали, когда начнется, потому что хотим обменять, ну, поменять маток и тому подобное. Говорил, что скоро, как только она будет мной принято, когда наступит, я об этом сниму ролик. Многие ждут этот ролик, так что я думаю, как никогда кстати. Ну и диапазон временной практически остался, как и в прошлые года. Если кому, друзья, надо на завтра, послезавтра, конечно, мы уже не будем упертыми баранами и держать цену вот прям как вчера 250. Мы даже сегодня уже некоторым давали, те, которые позвонили и спрашивали, а может бы нам уже дали по акции. Да, мы им уже дали сегодня по акцийной цене. Конечно, на завтра один покупатель наш постоянный сегодня оплатил определенное количество маток, но, конечно, оплатил еще по старой. Если он смотрит наш канал, пускай он знает, что у него есть небольшой резерв в виде денежных средств на приобретение следующих маток. А завтрашние все, скорее всего, я уже всем... Да, только один человек там оплатил по старой цене. А все же остальные уже практически идут по акцийной цене. Так что, друзья... Вот такие вот дела. Матки, отличаются ли матки в выводе как бы качеством? Вот потому что сейчас некоторые ведут к тому, что о, сейчас матки хуже, потому что так, сяк, или там лучше, или там хуже. Мы для себя не видим эту разницу, потому что у нас нету такого, что у нас все переполнено, куда-то это все пропадает, и мы отдаем, лишь бы его не было. У нас этого нет, у нас все матки отбираются в срок, они все отправляются, и идет постоянно потоковая работа, которая не дает возможности застаиваться маткам в отделение, которое может тоже повлиять как-то на их качество. Соответственно, качество как вывода, как и весеннее, как летнее, так и осеннее, оно в нашем, ну, нам кажется, что не отличается никакими особо либо... ну, как бы, не имеет различий. Ну, некоторые, конечно, будут утверждать, что весенние это матки говно, летние самые лучшие, а осенние вообще никуда не годятся. Но это будет их только субъективное мнение, которое ни о чем говорить не будет. Вот в нашем, например, случае, друзья, вот сейчас начался взяток. Взяток идет, и если кто-то думает, что в взяток пчелиные семьи, которые занимаются воспитанием личинок, они им хорошо уделяют время, так это просто может сказать не о компетентности вашего матководства, так как в период взятка к маточникам пчелы относятся абсолютно не так, как бы относились в другую погоду, в беззяточную. Так что взяток не всегда и хорошо. А у нас взяток идет максимум, может, около килограмма в день. А когда он начинается по 10-12 килограмм, как у ребят на Украине, там где-нибудь на посевных, соответственно, там можно вообще говорить о том, что... Ну, каждый пускай думает, как хочет. Так что, друзья, из-за этого мы и приняли решение, что недавно мы стрясывались с воспиталок личную пчелу, так как это уже приносило дискомфорт, так как верхние ряды все застраивались, и понимая, что эти маточники уделялось им меньше времени, и там много надо браковать из этих застроек, соответственно, пострясывали, и это все стабилизирует, ну, понемногу стабилизирует. Так что, друзья, вот такая вот ситуация. У нас продолжается жара, на завтра обещают дождик, но тем не менее, пчелиные нуклеусы вот так выглядят, опять висят бородками.
Но все, все благополучно облитывается. Все благополучно. Есть какие-нибудь определенные нюансы, ну, я думаю, незначные. Если ребята недавно звонили, есть определенные проблемы там с матками. Кто-то брал недавно, там одна маточка не засеяла, пообещали. Ну, договорились, как решить эту проблему. Так что, ну, решаем возможные проблемы, так как проблемы могут быть всегда. Как с нашей стороны, так же со стороны, конечно, и покупателя, также со стороны и погодных условий и тому подобное. Соответственно, надо входить в положение, как-то думать об этом всем и решать. А на такие проблемы, вот как начинаю там рассказывать, что я им бакфаст продал, даже слушать не хочу, начинаю грызаться, хоть это и некрасиво, но тем не менее, уже организм не выдерживает. Все, друзья, на этом буду заканчивать. Так что акция стартует с понедельника, с 28 июня. Она будет продолжаться определенный период. Когда она закончится, мы об этом скажем. Так что звоните, будем записывать с понедельника. Если кому надо на завтра, на послезавтра, тоже без проблем, уже звоните и завтра вышлем. Количество маток, конечно, ограниченное, так как они не резиновые, и, соответственно, есть какой-то определенный количество, которое можно реализовывать в определенный период. Так что, если кому-то надо на какой-то определенный период, вот не на завтра, а через неделю, соответственно, лучше позвонить и записаться на какую-то определенную дату, чтобы я вас забронировал и вы имели возможность получить в нужный вам срок. Все, друзья, на этом буду заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.